Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера, а также больших ценителей коллекционных карточных игр. По вашим просьбам, рубаем за имперских рыцарей. Честно говоря, опыта у меня за них вообще никакого. Собрал тут билд по принципу того, что видел у других игроков, играя против них. И, ну, в общем-то, взял тупо еще леги, которые были. В общем, такой состав у меня получился. В качестве командира взял Акастус Эртеган, рыцарь Акастус, дом Эртеган. Тупо потому, что просто 40 единиц здоровья, он толстенький такой у нас. И попирающего могилы, ну, потому что можно вытащить оружие. Вот такой вот у меня билд. Блин, я не знаю, честно говоря, как за них играть, но тем интереснее. Давайте перейдем от слов к делу. Поехали рубать за рыцарей. Раньше они сильно напрягали ладдер, но как будет сейчас, посмотрим. Так, кто у нас? Ангрон. Ага, я тут влил в себя чашечку кофе. Ну, честно говоря, думаю, что это не поможет. Так, хилка есть, это хорошо. Вот это, скорее всего, нам не надо будет. Оружие. Ну, до пушки мы, наверное, не доживем. Хотя... Ну, давайте, ладно, на всякий случай оставим. О, инженер-технолог, это здорово. Дополнительная крича на поле, плюс можем выбрать оружие. Так, ангрончик. Ох, наши пушечки-то будут быстро разбивать. Но за счет нашей обилки они чуточку да пожирнее. Так, поехал мастер-технолог. Ага, можно взять щиток. А давайте, кстати, возьмем реально щиток. И... Так. Ну, допустим, передадим ему ход. Будем в щитке сидеть, на всякий случай. Окей. Ну, давай сюда накинем щиток. Возьмем так. Похилимся. Докинем все энергию. И ударим. Передадим ему ход. Дальше надо накидывать любимец Марса. Ноу! На, любимец Марса мы накинем щиток. Передадим. Вот этот парень меня вообще радует. Он раньше и хилил, если мне не изменяет память, на пятерку, по-моему. Так. Бумс. Нет, ну здесь, конечно, мы сейчас похилимся. Или можно выставить вот эту штуку и засаманить оружие. Нет, давайте-ка вызовем его. Там, давай, похилим нашего красавца. Угу. Хилочка пошла. Так. Вот это прям крутая штука. Не. А, он так даже сделает. И он в том числе, да, получил троечку в лицо. А ну окей. Мы отхилимся. Ну давай даже так сделаем. У нас есть аннигиляторная пушка.
Кстати, секунду, а мы же можем его долбануть. Сейчас вот так же, да? Все у нас будет. Бах. Ну давай, чувачел. Я дурачок, не надо было его выводить, тогда бы ему пришлось долбиться в него на семерку. Блин, я же забыл. А, я забыл то, что у Кёрза. Фу, Кёрза, какого Кёрза? Ван Грон и Берсак. Блин. Да, тут я тупанул, признаю. Так, что у нас там? Вот это интересно. Вот это прям очень интересно. Пом. Пом. Бух. Килка пошла. Так, сколько у нас... плюс 2. Надо посчитать, сколько он нам даст урона. Ну, по идее, не затыкашим его. Счет странный какой-то ангрон, если честно. Не знаю, может, это тренд такой сейчас. 4, да? Все равно придется. А у нас разнесет так или нет? Сколько у нас? 18 на 3, 12. Не добиваем ее. Так. Че, он хочет в рейдж перейти? Тройка, девятка, 5 урона. Ну вот, кстати, если у него этой... А, нет, он же себя так тоже, по идее, завалит. А, ну нет, чувак. Ну, я даже тебя аннигиляторной пушкой не буду убивать, я тебя добью гекатоном. Бах. 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 14 урона. Так, рыцарь у нас растоптал ангрончика. Поехали дальше. Ну, конечно, блин, тупанул я тогда, зря я выставил этого чела. Ангрон бы шестерочку, или сколько там, да, шестерочку в лицо получил. Гравитонная пушка, это здорово. Эпсилончики, но сейчас, правда, играть особо нечем. Ну, давайте, ладно. Ну, давайте оставим, ладно, потестим такой вариант, чё. Традиционно ходим вторыми. Так, он дровает карту. Чувак, мы тоже подровываем пушечку. О. Нет, давай-ка так.
Будем копить энергию. Какой ты негодяй. Просто негодяй. Накидываем сейчас любимца Марса. Угу. Так, уже гораздо веселее. Прикольно. Тащи пушечку. О, классика. Боевая пушка. Бинь. У нас еще перчаточка, щиток есть. Рыцарь в полном вооружении. Щиток, пушечка. Так, ах ты негодяй какой. О, сейчас может быть очень красиво. Я надеюсь, что будет очень красиво. Да. Шикарно. Бах. Тянем пушечку. Тирин. Можем сейчас по-ковбойски прямо с двух пушек наваливать ему. А, нет. Зачем ты вызвал такую большую дуру? Я не хочу ее видеть здесь на поле боя, поэтому я сделаю вот так. Пушечка стрельнет. Щиток накинем. Потянем оружие. Сколько у нас карта в руке? А. Штуку взял? Ну ладно. 10 у него уже. Но этого стоило ожидать. Мы можем поставить вот так. И давайте еще по-ковбойски будем валить Вальдор. Бах. Бах. Неплохо чувак себе насоздавал. А, ну... Секунду. А, мы даже так можем сделать. О, отлично. Say hello to my little friend. О, безумные ковбойские развлечения рыцарей. Поехали дальше. Да, забавные ребята, забавные. Кабанчик, кабанха. Кабанха, милый мой кабанха. Так, хилка это хорошо, боеприпасики тоже. Мы, кстати, и не тестили такой вариант. Ну, давайте, кстати, протестим, почему нет. Пушка у нас есть. Классная рубашечка. Такая хорницкая. Что он делает вражескому командиру? Ну, я хочу вытащить ружьишко. Ой. Как-то совсем не то.
Не то, не то. Тоже странный билд. Конечно. Девять карт в руке. Классно, я же заб... Да, у нее же по дефолту террор появился. Здорово. Можем, кстати, себя бафать. У нас будет 4 урона, и кабан просто тупо убьет сам себя об нас. Занимательная штука. Муха. Страшная муха. Так. Надо добивать чувака с этой штукой. С мутацией. И мы даже себя похилим. Бах. Ну давай, чувак, бейся об четверку. Можем даже, кстати, ударное копье накинуть и вообще с первым ударом, с террором. Безумный рыцарь и рукопашник. Четыре семь, блин, негодяй. Сколько я могу? 4 урона, 5 не добиваю этого козлину. Просто так, стычка. Вот этого гада может раскачать. Мы попробуем кабана быстрее убить. У нас, правда, вообще нет энергии. Вообще. Надо бы подровать, может быть. Ага. Вот это плохо. Пятерка, тройка. Гад, он нам сносит наше орудие. Ага, ты пожадничала. Это зря. Это зря. Я тебе так хочу сказать. Этот дает двойку, этот дает единицу. А... Значит, нам нужно по максимуму сейчас накинуть. Сначала мы делаем тогда вот так. Вот так. Копье. Первые удары плюс один. Пока! О, как без энергии, это плохо, блин. Нифига себе, какого он дубня вывел. Двоечка, да? Если мы, например, выведем вот это, на единичку меньше. Так, а если щиток? Блин, я просто... Сейчас. Чего вот этого гада снести? А, так, в это, а, только в этом ходу. Блин, печально. Ну давай, передадим тебе ход. Ну, блин, эта фигня вообще не пригодилась.
Прям никак. Так, а подождите, он только орудий, оружие, значит, вот здесь. А, ну мы можем, смотрите, сделать так. Там будет четверочка. Итог. Давай, щит. Так. Так. Уехал отсюда. А почему доступно ноль? Это же оружие. Это что, бакшель типа какой-то? Ну, давайте попробуем. А, не-не-не. Значит, какой-то косяк в описании, блин. А, па-па-па-пам. Давай так. О-о-о. Это приятно. Щиток. И передаем. Вытащил Собакина. Боум, любимец Марса. Подожди, а сколько у нас щиток стоит? Единичка. А что если, смотрите, мы сделаем удар сюда, накидываем на себя щиток, пробав с домом Макабиев, он же до следующего хода, и вновь щиток сделаем. Нам нужно так вот эту кричу убрать, чтобы он бил именно в нас. А, нет, не-не-не, нам тогда не хватит, нам сначала нужно накинуть вот так. В принципе, можем даже хильнуться. Врезать по нему вот так, накинуть щиток и вот так. Все, давай. Welcome. Ага. Пока-пока, кабанчик. Бум-бум-бум-бум-бум. Дальше поехали. О, Леон. Леон. Мы, кстати, за нее так и не поиграли, блин. Скрытность. А что у него в скрытности может быть? Ну, блин, дров двух карт хорош. Плюс пробав на четверку. Ну вот без энергии, конечно, вообще дело плохо. Давайте попробуем такой билд оставить, хотя, мне кажется, это прям вообще не выход. Если он сейчас очень разгонится шустро, нам не сдобровать, конечно. Так, крыло ужаса он потянул. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Щиток. Нет, давай-ка огнеметик. Пускай будет. И мы тебя куснем. Ну что я тебе могу сказать, негодяй? Придется ставить пушку. Придется ставить пушку.
сносить вот этого негодяя. Интересно, это является тактикой или нет. И хилиться. Ну, еще энергию все одну восстановим. Здорово. Следующий ход можем аж накинуть еще сверху. А, фига себе, он за таран аж 2 дает. Я что-то думал одну. Целую двоечку кидает. Ну, это прям вкусно, вкусно, вкусно. Естественно, да, я хочу подразогнаться по мане. Да стоит ли жалеть-то? Так, давай. В тебя тройка улетит. Так будет интересней. А, 33 у него. Ты никого не можешь убить. Я могу поставить огнеметище. И сделать вот так. Бах. Бах. Этому чувак может прыгнуть в руку. Вопрос. Вот этот дядька не выживает. У него есть какой-нибудь чувак, я уже забыл, у темных ангелов, который при... ну, типа, от доблести дает какой-то пробав. Он, например, кстати, может заюзать АУЕшку и уменьшить стоимость. Поэтому, на. Передадим. И у нас опять закончилась энергия. Беда. Так, вот это плохо. Прям очень плохо. Блин, он сносит нам все пушки. Если мы сейчас его никаким образом не вальнем. Только если... Сейчас мы прыгаем. Даем 4 энергии. А что это все равно даст? Все равно мы его не добьем. Никак, да. Давайте тогда так. Наверное, накинем Макаби. Пушкой вальнем вот сюда. Все равно эта фигня слетит. И прыжком сделаем так. И на двоечку его покусаем. Мало ли, вдруг он нам ее снесет. А вот тут вопрос, может быть... Да ты че, даже так ты сделал? А. Интересно. О, ну я понял, да. Ну, блин, вот этим лев и бесит. У него, вот у этого козла. Хотя он лев. Пушка, пушка, пушка. Ну, давай посмотрим, чем еще потянем. Ох. О. Это прям в тему, конечно. Прям очень в тему. Блин. Сейчас мы тут огребем. АУЕшка пришла. Та-та-та-та-та-та-тан. Хилку или оружие? Ну, хилочку давай. Но зато мы можем зауешить его. Ну, сейчас урона влетит, блин. Охренеть сколько. Какие безумные существа. 4, 4, 3, 7. Блин, что это такое вообще? Здесь беру. Здесь Леви мы, скорее всего, уже слили. Но можем показать. Уйти красиво. Сейчас. Наверное, сделаем вот так. Перчатка, щит. Накинем щиток. Ну, чтобы по максимуму снести этих гадов. И... АУЕшка. Бум. Эх. Не добили. Жаль.
Ну вот она из катон улетел. Лёва нас закусал. Ну тут просто какие-то дикие, блин, существа. Он их очень сильно разбафает. Поехали дальше. А чем он их так разбафал-то, блин? О, наш старый знакомый. Склад боеприпасов хорош. Если я тяну какую-то прям очень тяжелую пушку. Например, тот же... Ту же аннигиляторную. Но, блин, снести ее... 2-5. Давайте даже попробуем. Сейчас что потянем. Ну, вот опять же. Мне все равно... За 3 единицы я все равно ее выведу даже без склада боеприпасов. Правильно? То есть... Кой... По большому счету смысл вот в этой штуке. Даже если сейчас я заюзаю ее, мне все равно придется ждать следующий ход, чтобы использовать. Ну, то есть, как бы такое. Может, тогда вообще ее скинуть с деки? Она тут, как скажем, место занимает. Дайте пинать. А что докинуть? Какой-нибудь выживший. Ну, может, масса. Может, какой-нибудь еще уешку. Но у меня, по-моему, одна только копия. Ох, прям дров я ему шикарный дал, конечно. О, любимец Марса по-любому. Это прям must have. Я думаю, вместо вот этой штуки надо закинуть что-нибудь, что еще дает вот энергию. Без энергии тяжко. Прямо скажем. Сейчас, кстати, по новым правилам эта пушка не будет действовать. Насколько я знаю, да? А, нет. А, не-не, все правильно, да. Они это понерфили. Бум. Бум-бум-бум. Можем дровнуть, можем поставить чела, чтобы он как-то на нее переключился. Можем поставить адъютанта. А, бум. Давайте адъютанта, он пожирней. И, в принципе, может неплохо накернить. Плюс отвлечет на себя больше внимания. Отвлек. Ну ладно. Но зато сам не рад. Башкой продолбился. Не мухил куда это, но мы сейчас ее будем сбивать этой АУЕшкой. Блин, тратить тоже неохота. Макаби тем более неохота. Как-то она велотекущая. Надо пушку тянуть. Пушку либо скидывать аугметикой. Блин. Но оно это не то, что мне нужно. Ай-яй-яй. Бум. Not bad. Давай так. Так.
Передаем тебе ход. Ну, у меня всегда наготове. Ой, как красиво снял. Прям ты смотри. Да, вот эта штука вообще бесполезна здесь. Она висит просто в ноль. Никакого смысла у ней нет. Ничего не дает. Лучше бы я тот же огнемет бы взял. Пример лишний. Можно здесь, конечно, блефануть, поставить эту штуку, но лучше подробить. Аннигиляторочка пришла. Вот долго, он уже поставил Кадма. Ну, выставлю я сейчас Дантиоха. Че толку, он снесет щиток и просто добьет его. Как бы. Без толку. Пушку ставить. Ну, а толку? Я его не добиваю Дантиохом, он ставит все равно щиток. Ну, ставит щиток, щиток это сносится. Бам-бам-бам-бам-бам. Ага, типа можно здесь так упороться, типа снести все на последних морально-волевых, его добить. Ну, мы не доживем проблемы здесь. Ну, плюс он еще сам себя бафнул. Не-не, очень. Он еще и бьет очень, как бы. Вытаскивает масса ремув. Не, склад боеприпасов не катит. Вот видите, вторую игру он висит уже просто в ноль. А ударное копье. Да тоже не особо, наверное. Не знаю, не играет у меня. Может быть, в комментариях напишите, что не так. Перегруженный. Через аком тоже очень хорошо. Выкашивают толпы, мало ли вдруг. Ну, давайте, блин, потестим, чё. Только так. Плазмогенератор. Неплохо, может так нас подраскачивать нам энергию. Огнемет тяжелый. О, давайте, что это мы не взяли тяжелый огнемет, блин. Да, видите, только одна копия. А это что штука делает? О, блин. Неплохо, неплохо. Давайте-ка вместо одной этой штуки вот эту мы накинем. Блин, хотя у нас столько маны копится. 21 единица маны у нас была. Это значит 21 это 7. 14 урона с охватом. Тоже 7. Блин. Гекатон. Но это тоже не хочется. Блин, заманчиво через гекатон разогнаться и прям затыкашить его. Но под гекатон нужно брать приказы Стера, чтобы именно вообще гарантированно атыкашить его. Но я думаю, что в следующий раз попробуем сделать такой фановый АТК вариант. Давайте пока вот таким билдом сыгранем. Ой, а у меня ни одного хила нет. А чем я могу вообще его забить? А, ну чисто вот этой картой, которая создает механику. Ну давайте попробуем. Блин, да, у меня же нету здесь. Ни одной этой кричи. Пам-пам-пам. Давай это возьмем. Во, можем через узурпацию рубануть.
Кастаем. Упс, сорян. Сейчас я хочу хотя бы его хоть как-то проатаковать. Например, так. Так. А, мыши. Четверка. Двойка. Шесть урона хотя бы. Пускай так будет. Вообще, этой штуки можем кого-нибудь цепануть прикольно. Например, танчик. Смотри, сейчас будет красиво. А, так. Давай вот так. Эх, жаль, не может дальше себя бафать. Можем так сделать. Раз. И раз. Вообще, кстати, комбо отличная. Бах. 6 урона тебе в лицо. Да, прикольная комба, надо запомнить. Тут понятно, он стойкостью долбанет. Добьешь. Окей. Так, ну в любом случае давай вот этого дядьку. Давай аннигиляторку. Может он где-то там ошибется и... Клинок дури. Так. На пятерку тебе. И давайте возьмем вот это опять же на тот момент, если он вдруг ошибется, нас не застанет, а мы накопим кучу энергии и просто затыкашим его вход. Вдруг получится. Ну давай, я не хочу, чтобы он хилился. Так вот скажем, бескомпромиссно. Будем подкапливать энергию на гекатон. Опять же у нас есть праведная воля. 3-6. Неплохо вообще. 5. Ой, там же 2-3, а я считал 1-3, так бы мог энергии добрать. Ошибка, конечно, да. С другой стороны, мы не дадим тебе сейчас хилиться. 10. Маловато. Мы не атакашим пока его. Но он выведет саван и в бесконечном стане будем стоять. У меня нету. Если только я через пробав вот эту. Через пробав тактики, которая сама нет. Механикум.
Выловлю. Ой, ну это странно, чувак, с тем учетом, что, смотри, этот вернется в руку, этот прыгнет вот так, он похилит еще на двойку, а этот спокойно без яда прыгнет вот сюда, вот так, 13. Бам, и еще подхилится вот так. 13 у нас урона, да? Ой, 13 урона, 13 энергии. Блин, вот это очень плохо. Вот это прям совсем плохо. А он и щит, да, короче, не может тоже юзать на себя. Блин, ну у меня просто нет ни одного, ни одной карты, которая снимает стан. Я не положил ее. Но это все равно не то. Да это ладно. Просто прыгнем. Двадцать четыре, 14 урона как раз. Блин, чувак, ошибись, пожадничай, я тебя снесу гекатоном. Ну нет, блин, у меня все равно нет карты, которая... Так и будет держать. Вытащить оружие из своей колоды, да, чё толку? Исцеляет его командира на 4. Бам. Мы прыгаем в ручку. Поставим пушку. Все такое прочее. Оп. Нет. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй.
Блин, ну плохо, конечно, не иметь в колоде карту, которая снимает стан. Не-не, он будет жадничать, блин, зараза. Блин, у меня есть комба, но она не сработает. Все, за следующий ход. 3-3 это 6. Да, все, к сожалению, нет. Не пожадничал. Так было бы весело. 36 энергии, блин, да там раскатали бы вообще. Лам его. А, ну давайте. Блин, технолог прикольный. Не хочется. Не хочется, не хочется. Дров и скрытность тоже. Что бы можно добавить вместо... Ну, кстати, резак. Но он бы не пригодился. Огнемет не пришел, кстати, мог бы прийти. Бум. Чё бы. Ну, дублирующую карту. Таран, хорошая вещь. Да? Ну, давайте вместо одного этого, ладно. Как бы не было прискорбно. Шедевры взять, чтобы можно было, если что, тянуть через командный мостик гарантированно вместо существа за... Стоп. А, ну тут только пушка, да. Ну, существо всяко лучше, чем просто тактика. В крайнем случае, там, в каком-то варианте он может и добить. Так, окей. Поехали. Поехали дальше. Оу, Мулкадорыч. Если ему сейчас зайдет на печать, прям будет очень больно. Нет. Это мы оставим. Блин, меня вот одного раздражает вот эта перчатка щит. Вот, когда она... Блин, а с другой стороны можно убить какую-нибудь типа фигню типа Цербера. А, ну она вернется. Ну, если чувак играет таким же билдом, которым я играл с Йотой, где через Астрал он тянет какого-нибудь Варена. Но все равно через инвиз, если только карту потянем, пробьем. А так хоть 3 урона можем ему нанести. Ну давайте так возьмем. Фиг с ним. Будем ее крошить. В такую агру уйдем. О, как. О, кстати, кулак-то пригодился. Как знал. Бам. Ить. Съезжай. Перчаточка или... Давай копию возьмем. О, будем... Надо его быстро валить, прям быстро. В него весь урон вливать. Потому что в лейте с Мулкадором расправиться почти невозможно. Но он просто печатями забьет все. В ноль. Ну, я хочу, например, копье вытянуть. Ты вот это предугадал или нет? Нет. До вашего следующего хода. Вот это не надо. Карта с инвизом мне не пришла. И сейчас драйквача я не могу вывести, потому что его просто чел затыкашит. Здорово. Но
Ко мне пришел тяжелый огнеметик. И чё толку? У меня все равно нету щиток, а щиток тоже 2 единицы энергии. Могу отхилиться. Ну, единственное, что вот это тогда до следующего раза мы делаем тройку. Хилимся. Уже голова не варит, вообще спать хочется. Даже кофе не вытягивает. Вот сейчас прям критический будет момент, вот что он потянет. А, во вражеской колоде. Ну, чувак, у меня в колоде не очень много существ осталось нормальных. Будет ли он сейчас держать? Нет, не будет. Все-таки решил. Ну да, полностью его добить. Предвидение. Окей. Не получится. Надо пушку тянуть. Не то ты тянешь, дружбан. Совсем не то. Хотя сколько она единичку стоит? А, единичку. Можно выставить огнемет, пожечь его. Много урона, конечно, летело у нас. Но есть эмиссар, и это здорово. А что этот хрен делает? А. Ну тут такой момент. Дать ему возможность. Блин, надо было сначала ударить, чтобы пушку не подставлять. Ну ладно. Можем отхилиться драйквачем. Ну, конечно, офигенный чувак. Даже его хоть и чуть-чуть под... Нерфеля. Ой, уже опасно, он уже подбирается к своим тяжелым существам. Там Варен есть, который просто затыкашит заход. И он, конечно, снесет нашего чувака, да? Нет, он жив, это здорово. Это здорово. Вопрос, биться ли ему сейчас в нас? Ну, решил так, да? Нет, выведем Драйквача. Хил дать или все-таки энергию? Нет, отхил, конечно. Прыгаем в руку. Возвращаемся сюда. И это мелочь, но приятно. Макабиме у нас 6 урона, да? Ему в лицо 6, если все выживут, что вряд ли. 6 и 5, это 11, 12 единиц урона, плюс от резака нам. Так, что ж ты выведешь там? Ага.
Думаю, что надо всеми бить. Прыгать в перчатку. Ставить так. Прыгать. Возвращаться. Давать ему ход. Ну, кстати, если он сейчас выпрыгнет вот этим версором, мы его подтянем к себе. Ну или нам просто выпадет наша аннигиляторная пушка, мы его убьем. Вот так вот, легко. За один ход. Да, надо тянуть Ганимуса. Сейчас, секунду. Не получится никак здесь резачком повеселиться. Нет, можем только солдата добить. Ну, давайте тянем, ладно. Ганимуса. Ой, я дурак. Ой, я дурак. Надо было забирать, короче, чувака с щитком. Вставить пушку, и три урона мы бы вносили бы в него. Да. Вот я дебил, я затупил очень сильно, да. Я это признаю. Ну, за это, конечно, надо наказывать в любом случае. Сейчас я думаю, что он меня и накажет. Да, тут я не проснулся, надо было забирать вот этого чувака с щитком, и мы бы добили его. Удар, пушка, резак, все. Малкадор бы уехал. Не просчитал я количество жизней. Ну, поставим Ганимуса, ладно, будет повеселей. У нас есть, в принципе, отхил. Пушка. Ну, даже, кстати, если к нам придет сейчас вот этот аннигилятор, у нас всего будет 3 единицы энергии, и мы его не добиваем. Никак. Ну, будет, ладно, веселее, поставим Ганимуса. А он сейчас выберет... ну, он... Тут что тут выбирать, я их две заюзаю, естественно, поставлю Ганимуса. Вот. И на следующий ход ему придет. Вот это будет очень круто, если ему придет Мазбой на тройку. И Ганимус вылетит из инвиза. Да. Будет прям забавно. Ну, говорю, ну тут чисто я тупанул. Вот. Ну вот, говорю, вот судьба, она наказывает. Вот абсолютно правильно. То есть, чисто мой затуп.
Ну, говорю, чувак здесь должен выиграть. Это, в общем-то, правильно даже с такой, скажем, с этической точки зрения. Потому что не просек я эту штуку никак. Чё у нас, кстати, там есть? А нет, может быть, мы еще даже немножко и поборемся. Что у нас дает масс? Три, три. Но здесь еще и существо будет сверху. Существо сверху, это всегда здорово. Промеус. Ой-ой. Тут еще и существо. Хилка. Хилка. И неработающий дом Верониев. Который ничего не может сделать, потому что у нас нет энергии. Ну, если бы я выиграл, здесь было бы некорректно по отношению к чуваку, потому что вот чисто мой затуп. Без всякого. Так бы я бы его вырезал, бы там как раз ровно 6 единиц урона было. Надо было скипать таунт и сносить его. Но я тупанул. Перчатка, щит. Мое проклятие, блин. Бум. Убивец. Убивец просто. Просто убивец. Два четыре, такой плотненький сервиторочек. Ух, ничего себе! Фига. Ты такой ремув тратишь? Чувак, ну здорово, конечно. Щедро, щедро. Ну мы опять сидим с слабеньким таким реактором. По максимуму его прореживать, гады. Да, с Молкадором, конечно. Вот почему нельзя играть в полусонном состоянии. Такие артефакты всплывают. И что ты поставил там? А, ты ничего не хочешь ставить? Бум. Так. Я, пожалуй, вот это хочу подровать. И... Например... Вообще-то вроде все как-то, как говорится, не то. Так, а на шестом он выкинет феррум. Нет. Надо. Вот этот здоровенный дрын, блин.
Давай троечку. Бум. Угу. Сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, ну 6 в лицо как-то это такое, не хочется получать. И вот у нас опять нет энергии. Зашибись. Блин, может поскидывать всех этих типа наездников адских и прочее и... Плохо, что у меня нет второй копии вот этой вертушки по всем. Сейчас задолбаюсь его убивать. Меня плюс еще я не могу никак вылутать карту, которая дает мне реактор нормальный. Ну, вообще, кстати, с террором хорошо реально заходит та карта, которая дает. Ох, ёксель-моксель. Ну, я даже щит на себя не могу накинуть. Вот в чем прикол. И он до сих пор, и он сейчас еще будет с выжившим. Блин, это круто, но это поздно. Вот все хорошо, но, как говорится, хорошо, когда вовремя. Ах, он еще и пробафает сейчас. Ну и все. На этом наше полномочие, как говорится, все. Очень прям беда с энергией. Тут даже вот эта отхилка с дивайном без толку. Надо еще что-то накидывать. Может, кстати, реактор какой-нибудь типа. Типа. Да нет. Даже драйквач особо не сделает погода. Так. Давайте-ка нафиг. Нафиг вот это. Плазмогенератор возьмем. Здесь прям надо максимально затачиваться под энергию, скорее всего. О, блин, первый раз эта штука пришла. Не хочу это оставлю ради теста. Нет, видимо, все-таки придется юзать.
Стреляем в пузика Желеману. Блин, был бы у этого чувака реактор хотя бы один. Же какой-то хлеб. Вот, по сути, мне сейчас надо сделать вот так. Так. И вывести вот этого дядьку. Что-то накинуть себе доп. Энергию. И опять вот не пришел реактор, который дает реактор 3. Ну, тут чувак развлекается как может. Так. Бинь-бинь. Ну, а сейчас пойдут эти безумные существа. О, я представляю, что сейчас оттуда вылезет, блин. Ой-ой-ой. Добьем его, потому что он через обилку может добить. Не, ну понятно, что ультрамарин. Ну, 5-8. Вот, чувак вышел за 3 единицы энергии, 5-8 с двумя отхилами. Но это просто безумие. Вот, чтобы мне его убить сейчас, вот, чтобы мне убить, мне надо сделать вот так. Мне надо потратить всю энергию, вот, вот, чтобы его просто грохнуть. Причем вывести пи-альфа, чтобы... У меня выжили еще все пушки. Можно было их, конечно, излечить, но опять же. Вот так. Так. Этот чувак вывел существо за 3. Просто за 3 единицы энергии. Я вот так ожидал. Вот, вот этого я ожидал, что у него как по дефолту выйдет чел 9-10. А, ну да, мне сейчас вышли вот, да, любимцы Марс. Ну, спасибо, конечно, но как бы ничего это не меняет. Не, ну, ультру надо нерфать, это, говорю, ну, просто безумие. 9-10 на 9-м ходу, и чувак там просто раскачанный в ноль через 2 бафа. Которую я просто, ну, я не снесу ничем. Но только все заюзов. Ну вот он еще 11-12. О, 5-8 с двумя отхилами. Что? Что? Ну это бред. Ну это реально бред просто. Типа... Как бы... Ну а мне вот приходит перчатка щит. Ну типа... Замечательно. Ну а чё, он ты бам-бам всё добил. Ой, ладно, надо, короче, менять, видимо, эту деку. Либо командира, потому что... Или же Лимана, потому что чё-то оно не идёт. Либо мне просто надо выспаться. Вот, ну сегодня все, вот такие партии у нас за рыцарей, от Терры до Марса, ну первый день, ладно, бывает. До новых встреч, пока-пока.